Более 300 компаний из 40 стран мира, в том числе Казахстана, съехались на инвестиционный форум в Узбекистан, на полях которого были подписаны соглашения на сотни миллионов долларов. Что представляет соседний рынок для наших бизнесменов и почему он так важен, расскажут наши корреспонденты. Бизнесмены собрались на международном инвестиционном форуме в Узбекистане. На мероприятии предпринимателям был представлен потенциал Наманганской области в сферах производства, сельского хозяйства, туризма, инноваций и технологий. Мы инвестировали в рыболовство в Узбекистане. Теперь будем вкладывать в Наманганскую область. Мы планируем производить 40 тысяч тонн рыбы в год. На нашей ферме выращиваем такие виды рыб, как форель, осетр, семга. На сегодня в этом регионе расположены две крупные свободные экономические зоны, где сосредоточен малый и средний бизнес в сферах продовольствия и текстиля. А совсем недавно открылась третья торговая зона. Там сконцентрированы фармацевтическая и электронная промышленности. По словам организаторов, главная цель форума – привлечение отечественного и зарубежного капиталов. С Казахстана мы могли бы закупать интересные товары в Узбекистан, а также экспортировать в Казахстан те товары, которые интересны для казахстанского рынка. Но самое важное, мы можем совместно производить, делить добавленную стоимость и экспортировать вместе в третьи страны. Во время мероприятия также обсуждались вопросы по предоставлению налоговых льгот и выделению банковских кредитов предпринимателям. По итогам форума местные и иностранные бизнесмены подписали десятки соглашений на общую сумму больше 350 миллионов долларов. Асель Жамбырши, Канат Жунусбеков, Тимур Исмаилов, Хабар 24, Узбекистан.